Смотрите в больших новостях на этой неделе. Цепная реакция. Как за изнасилование семиклассницы в школьном туалете уволили акима города. Камера не работает, охраны нету, никто не ходит. Насколько безопасно в школах и почему дети ходят по нужде на улицу. Удар по почкам. Как шымкентские трансплантологи пересаживали органы бедных богатым. За крупное денежное вознаграждение проводил незаконные операции по изъятию и пересадке почек. Отчего хирурги идут на преступления и сколько людей годами ждут пересадки. Ловля на жильца. Кому достанутся квартиры по новым ипотечным программам? У нас люди не имеют возможности копить, доходы не очень высокие. Будут ли раздавать пенсионные деньги на жилье и какой кредит самый доступный? Встречаемся в субботу в 9 вечера.